Сегодня наш пятый выход на фазана. И параллельно можно стрелять зайца. Товарищ не смог поехать сегодня, к сожалению. Я выбрался один. Погода хорошая, морозная. Ночью прошел снег. По прогнозу должен был идти с дождем. Слава богу, дождя не было. Доехал благополучно. Теперь вся надежда на собаку и на везение. Ни пуха, ни пера. Посмотрим, что из этого получится. Прошелся кружочек. Собака сделала два подъема, две курицы. К сожалению, больше ничего не было. Следов зайца достаточно. Но поднятия зайца тоже не было. Сейчас буду переезжать на новое место, ближе к селам, кормовым полям. Здесь, к сожалению, все замело снегом. Следов фазана нет. Машину специально поставил наверху, побоялся спускаться вниз. Круто, снег, лучше пройтись, чем вызывать потом подмогу. Машинка. Трудяшка.